Как зарегистрировать установление отцовства? Для этого необходимо обращаться в регистрирующие органы. В случае регистрации установления отцовства по совместному заявлению родителей необходимы: заявление, свидетельство о рождении ребенка, документы удостоверяющие личность родителей. Для регистрации установления отцовства по заявлению отца ребенка необходимы: заявление, документы подтверждающие обстоятельства отсутствия матери, документ удостоверяющий личность родителя. В случае регистрации установления отцовства на основании решения суда необходимы: заявление, копия решения суда, свидетельство о рождении ребенка, в случае смерти одного из родителей, свидетельство о смерти, документ удостоверяющий личность родителя. Услуга бесплатная.